Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь». Ну, мы на том же самом месте. Кто уже подписан на мой канал, либо же видел предыдущий ролик по наклейкам от Panini, то спешу вас обрадовать. Мы более-менее как-то начали сотрудничать. Вышла новая коллекция, как вы уже увидели по превьюшке. По названию новая посылка. Ко мне пришла подарок от Panini. И если быстренько пробежаться, то у меня максимум был, я в предыдущем уже ролике по Panini RPL показывал. В 2016 году у меня был вот такой вот, я покупал журнал. Это FIFA 365 за 2016 еще год. Вот. Но пришла вот такая теперь уже побольше, кстати, посылка. Кто смотрел предыдущий ролик с вот этим вот мир российская премьер-лига, тот понимает масштабы, но здесь прям и побольше. Коробка сама по себе очень шумна сейчас, конечно, но как бы и открытие сегодня намного побольше. Если с прошлым журналом было там 36 пакетиков в боксе, то здесь будет 50. Поэтому давайте мы будем начинать уже пак-опенинг нашей посылки. Так, огромная посылка. Вот такой бокс. Уже с прошлой коллекции FIFA 365. Такие интересные у нас сегодня будут наклейки. Если в прошлом это, естественно, только игроков российской премьер-лиги мы открывали, то здесь нам и Лионель Месси, и Килиан Мбаппе, Неймар, все-все-все, Эрлинг Холланд там могут выпасть. Тут и шанс выпадение намного больше, потому что, ну, все-таки 50 пакетиков. Вот. Ну и сам по себе журнал. Да, как вот так, наверное. На превьюшечку, если что, повырезать. Рафаэль Леао, Эрлинг Холланд, Мбаппе, Роберт Левандовский, Карим Бензема, футболка которого висит вот сзади, и Лерой Сане. Ну а Мбаппе здесь в форме ПСЖ, но это у меня прошлогодние формы, и то Лионеля Месси. Но в любом случае, что могу из новинки, из такой сказать, это то, что появилась My Golden Team в журнале. Я не знаю, я такого раньше не помню ни от Panini, ни от кого-либо. В общем, вам могут выпасть лучшие там игроки 2022 года, и вы можете сами собрать команду из 11, понятно, ваша типа команда года. Вот здесь они все перечислены, поэтому здесь, если что, есть еще и так вот место для запасных игроков, которые не вошли в вашу сборную. Для чего это сделано? Чтобы вы сами персонализировали свой журнал и как-то хоть чем-то он вот отличался от других. В общем-то, все по журналу, я не знаю, ну они практически как и везде всегда были. То есть вот, ну вот открыли мы, к примеру, Барселону, там показывают Роберта Левандовски, почему его решили добавить. Здесь написали 11 голов в первых 10 матчах Ла Лиги сезона 22-23. Ну и дальше там команду можно наклеивать. Что еще? Что еще можно сказать по наклейкам? Последняя наклейка с нумерацией 436. А как нам здесь написали? Нам что-нибудь вообще там написали? Мне интересно. Пум-пурум-пум-пум. Да, альбом предназначен для вклеивания и хранения 436 наклеек. Но это не совсем верно, потому что есть вот такие вот... Вот тут, видите, Аякс открыл. Вот такие места, где А, Б, С. То есть вот такие еще наклейки-полоски, будем их так называть. Поэтому вот. 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 В общем-то... Открываем сегодня 50 наклеек, 50 пакетиков, их там 250 наклеек, я надеюсь, повторок сегодня, конечно, мало будет. Если вспоминать прошлый пак-опенинг, то с 36 пакетиков нам там вроде 4 повторки выпало, вот, но
Я потом дальше сам закупился еще одним таким боксом «Мир российской премьер-лиги». Повторов было, конечно, очень много. Сейчас этот покупинг я именно с «Мир российской премьер-лиги» выкладываю в шорты, вот, в Ютубе, поэтому, кому интересно, можете смотреть, лайкать. Обязательно подписывайтесь на канал, нам немножко осталось до 2000 подписчиков. Напишите комментарий, чтобы продвинуть этот видеоролик в люди, в массы, так сказать, чтобы многие другие обозреватели и просто, кому интересно было бы посмотреть этот обзор и подумать, покупать или нет, а на самом деле стоит покупать, у моих друзей компании Panini, ссылочка есть все в описании, поэтому обязательно переходите, покупайте, просто классно, просто супер. Все, мы открываем, так, чтобы качественно здесь открыть, скрыли, и у меня такое ощущение, что не так, как надо было, или так, я не знаю. Все, минус коробочка уже полностью, то есть я ее аккуратно, точно вот не открыл, тут немножечко оторвал, но что-то за масса такая, только они большие, кстати, друзья, это что такое, вы посмотрите, вот это, чтобы вы понимали, одна наклейка, вот моя ладонь, то есть, ну она в ладонь даже, вот, полностью повторяет ладонь, то есть, либо, может, нет, они сами, если их так вот подогнуть, то они сами по себе размером намного больше, нежели чем, ну, я сравниваю, естественно, с прошлыми, вот, именно «Мир российской премьер-лиги». Но давайте начнем открывать. Первый пакетик я для вас открою, то есть что там да как, первым именно. А дальше мы уже на таймлапсе будем все... Все равно ничего не понял, но сейчас, походу, я понимаю. Так, во-первых, нам выпали два игрока центра поля Ювентуса, Маккенни и Миретти. Вот такие вот. Я не знаю, фокус будет на них хоть наводиться или нет. Не знаю. Как-то так вот попытались, что-то навели. В общем, они вот в чем. И здесь, да, пишут 318B, 318A. Это ладно. Это мы поняли, что это вот эти вот полосчатые наши наклейки. Идем дальше. Какие-то еще вот такая вот наклейка. 427, это в конце где-то идет. Здесь у нас Данила, который играет сейчас в Палмейрас. И Тиаго Сильва, который играет в Челси. Какая-то вот такая золотая, блестящая, классная наклейка. Не знаю, как вам показать, чтобы и не светило, если что. Вот, на меня фокус-то в любом случае, скорее всего, наведется. Поэтому вот, вот такая блестящая. Дальше это игроки... Ух, если не изменяет память, то это Атлетико Минейро, Джейр, или Джайр и Матис Зарачо. Ну, будете, не будете на фокусе. Не знаю, будут, не будут, в общем, вот такая. Идем дальше. Это игроки Ромы, Карсдорп и Кумбула. Тоже полосчатые. Я, кстати, что-то не посмотрел, они там все такие, что ли, или почему? Почему вот так вот? И дальше, это у нас, кстати, форма домашняя и гостевая, как раз вот, Атлетико Минейро. Она почему-то, кстати, вот такая вот. Немножечко погнутая, я не знаю, ну, суть-то не будет. Вот. Домашняя и гостевая. Замечательные наклеечки. Поэтому вот, первый мы открыли. А дальше все остальные 49 мы в таком быстром формате с вами пройдем. Если что-нибудь, опять какие-нибудь блестящие, либо формы, мы, естественно, с вами посмотрим. Но обычных игроков мы будем пропускать. Так, ну а здесь у нас, кстати, вот талисман клуба Атлетико Мадрид. Такая замечательная наклеечка у нас. Вот. И еще, что я понял, они-то теперь понятно, почему наклейки-то большие. Потому что они, ну, на одной вот такой наклейке умещаются раз двух игроков. А те полосчатые, которые мы с вами видели, они еще будут потоньше. И, то есть на вот этой одной они уместят их три. Но мне пока что такие не попались. Мы пока что идем дальше. Так, а вот про которые я как раз и сказал. Это, наверное, я не знаю, ключевые игроки. Ян Облак, Хименес и Малина. Вот они... На одной три игрока, вот они как раз полосчатые, золотые вот такие. Не знаю, по поводу фокуса будет, не будет. Ну, в общем, вот. Также игроки Атлетико Минейро, это Адемир, Халк и Эдуардо Варгас. Такая же вот золотая наклейка попадается. Так, и здесь, прошу прощения за мои познания в футболе, вот,
Честно, я даже могу посмотреть, а меня никто это не осудит, а если я, если что, вырежу это. Ну, вообще, я правильно думал, это Атлас, или Атлас, Атлас, скорее всего, болельщики этого клуба. Так, наверное, чтобы не светило. Вот, поэтому как-то так, все. Третий пакетик у нас прошел, наклеечек уже очень много, есть уже интересно. Так, а здесь это нам, да, это буквально первые наклейки идут, это одна часть вот этого вот, ну, как логотипа бренда FIFA 365, который вот сзади у нас на наклейках на всех показано, вот, это типа ее половинка, и там надо будет ее собрать. Ну, а если топовых игроков мы прям будем выделять, то мне попался, естественно, Роберт Левандовский вместе с Рафиньей, поэтому, не знаю, кстати, как вам показывать, но они светятся, в любом случае как-то вот отсвечиваются. И фокуса на них почему-то, к сожалению, нет. Ну, вот так вот. Так, а здесь нам попался мадридский Реал. Но это, я не знаю, это, наверное, все-таки вот так вот решили фанатов мадридского Реала показать. То есть, вот такие фан-зоны, которые возле стадиона, либо просто где-нибудь в Мадриде находятся. Почему фокус, так, не понимаю, не наводится, к сожалению. Вот. Четыре золотые нам вот наклейки выпали. Смотрим, во-первых, это Аякс, это Стивен Бергвейн, Броби и Душан Тадич. Раз. Вот такая вот нам наклейка попадается. Дальше. Это Родриго Бентанкур, Эрик Дайер и Хюйберг из Тоттенхэма. Идем дальше. Это Айнтрахт, это Марио Гёце, Камада и Соу. Вот так. И мадридский Реал. Тони Кросс, Модрич и Федерико Вальверо. То есть вы представляете, ни одной не было наклейки, где обычные футболисты, а здесь сразу 4 из 4 разных клубов, еще и болельщики ну, вот, мадридского Реала. Вообще супер пакетик нам сейчас выпал. Ну и вот форма ПСЖ. Нам попалась домашняя и выездная, гостевая. И золотые игроки из Брюгге, Нильсон, Оньедика и Ханс Ванеке. Вот такая замечательная наклеечка попалась. Так, а вот нам показывают трофей, либо логотип турнира FIFA U17, то есть чемпионат мира для там, парней до 17 лет, вот, который будет, скорее всего, проходить в Перу, написали в 2023 году. Ну, вряд ли, что он уже прошел. Ну вот действующий обладатель золотого мяча Карим Бензема, его обычная наклейка. Ну и, кстати, я заметил, что уже начали попадаться, даже если того же Халка мы увидели с вами вроде как на золотой вот этой наклейке, то мне Халк уже и вот такой вот обычный выпал. То есть, ну, скорее всего, вот такими будут точно все игроки, вот обычными наклейками, а золотыми, но это будут лидеров, показывать их, скорее всего, ну, дважды. То есть, золотой, вот такой, как, потому что он лидер, там, ключевой игрок команды, и обычный, ну, просто, чтобы как все игроки вот такие, они там были. Так, а вот и лидеры Милана по защитной линии. Вот Майк Маньян, Тео Эрнандес и Тамори. Вот, золотая вот такая. Идем дальше. Здесь нам показывают Орла из Айнтрахта. Вот то, что у них на логотипе, вот орел. Это у них, значит, еще и талисман. Так, ну, если по-прошлому тоже легенда, это Стефан Эль-Шарави с Тэмми Абрахамом. Ну и все. Так, ну снова очень много блестящих. И давайте пройдем, наверное, самого неинтересного такого. Это Тони Кросс и Лука Васкес обычные. Вот. Дальше. Игроки Марселя Гендузи, Ронье и Жордан Вериту. Вот такие. Дальше. Это Луис Диас, Роберто Фермино и Мохамед Салах. Тоже золотые. Дальше. Манчестер Сити. Это Де Брюйне, Фил Фоден и Илкай Гюндоган. Тоже вот такие вот. Замечательно. И первые наши игроки в нашу команду года. Это Рубен Диаш и Рюдигер. Кстати, у них здесь сзади написано. Рюдигер на английском, правда. Head to pages
2-3, а, нет, это у всех. А, то есть это у всех, типа, создать свою золотую команду, выбирая из этих вот игроков. Все, а я-то думал, там про них еще там что-нибудь напишут. По типу, вот, почему именно Рюдигер, к примеру, попал. Вот, написали бы, но нет. Я думал, что там прям вот так вот все будет расписано. Ну, не знаю, лидеры точно Манчестер Юнайтед сейчас, но это обычные. Это Бруно Фернандеш и Казимира. Дальше мы поймали все-таки Кильяна Мбаппе. То есть футболка моя удачи нам принесла. Ну и если считать лидера по обложке этого альбома, то это еще и Рафаэль Леао. Так, а вот с женского теперь уже чемпионата мира, который пройдет в Индии 2020, прошел, значит, уже в 2022 году, U17 также, вот такой вот логотип, трофей, вот, как-то так. Так, золотые, Серж Гнабри, Мане и Сане, вот такие. Дальше это Интер, Барелла, Брозович и Хакан Чалханоглу. Вот, ну, Де Брёйне и Фоден нам вот такие вот выпали обычные еще. Ну и форма домашняя и гостевая амстердамского Аякса. Так, попалась форма. Форма Милана, также домашняя и выездная. Форма Олимпиакоса. Вот, замечательно. И игроки снова Ливерпуля. Алисон, Трент и Вирджил Ван Дайк. Ван Дейк. Угодно, вот такие вот золотющие. Итак, FIFA, снова очередной у нас здесь логотип. FIFA U20 уже, это чемпионат мира, там вот, который, кстати, вот недавно вроде и прошел, если не ошибаюсь, бразильцы его выиграли в Индонезии. Вот, вот такой вот. То есть это до 20 лет. Футболисты играли на этом молодежный такой чемпионат мира. Ну и вот, отличный логотипчик. И вроде это первый логотип команды, который нам выпадает, это River Plate. Вообще супер. А за ним сразу еще и Порту. Вот так вот. И еще и Аякс. Это как вот можно понимать? То есть до этого ни разу нам ничего не повыпадало, а здесь сразу выпало три логотипа из одного пакетика. Ну, повезло. Так, игроки Олимпиакоса, Бакамбу, Эль Араби и Хванг. Вот такие тоже золотые игроки. Ну, лучший вратарь. Пока что это его не карточка, конечно, вот эта вот наклейка в команду мою года. Но все же обычная форма Баварии, домашняя и выездная. Игроки Шахтера, но здесь уже, конечно, не все игроки Шахтера. Это Артем Бондаренко, Михайло Мудрик и Тарас Степаненко. Вот такие игроки Челси, Минди, Рис Джеймс и Тиаго Сильва. Тоже вот золотые. Так, форма Интера. Форма Милана нам попадала, теперь еще и форма Интера. Супер. Игроки Милана, Жиру, Жуниор, Мессиас, Месси, вот этот миланский, и Рафаэль Леао. Так, в команду года у нас еще, почему-то там только защитники попадают пока что, Маркиньош и Де Лихт, вот такие, а по ним даже там и видно, что, видите, вот сзади вот такая форма у них, вот здесь вот нарисована, она вот такая же у них форма самих наклеек, чтобы они вот так красиво вклеивались в мою и в вашу команду года. Логотип Интера. Замечательно, тут прямо и пишут, сколько, 33 итальянских трофея, то есть национальных они выиграли, и 9 вот европейских, которые вот выиграли, вот, ну, международные такие. Так, дальше у нас FIFA Women's World Cup, Австралия и Новая Зеландия, 2023 год. Но здесь, скорее всего, все женщины могут участвовать, здесь нет вот этого вот возрастного ограничения. Так, логотип Шахтера нам вот попадается, и все. Так, форма Манчестер Юнайтед. Замечательная. Так, игроки Сити, Эдерсон, Канцел и Рубен Диаш. Тоже вот золотые. И здесь нам клуб Эдиншити показывает нам Баварию. Стадион их замечательный.
Так, а вот и тройка нападений из Реала: Бензема, Азар и Винисиус. Но я пока что честно, вот, может быть, где-то я проглядел повторки обычных игроков, может быть, но такие вот именно золотые мне вроде пока что еще, слава богу, не попадаются. Дальше, игроки Порто: Давид Кармо, Пепе и Зануси, либо Сануси, вот, вот такие замечательные. И нам показывают чемпионок мира. Это с женского чемпионата мира, который прошел в Коста-Рике, U20, вот, сборная Испании выиграла. Вот такая красивая, замечательная наклеечка. Так, а здесь это нам с чемпионата мира женского в США 99 года. И, их тут два. С двух чемпионатов мира в США, которые прошли, 99 и 2003. А дальше это логотип Челси нам попадается, и все. Так, клуб Эденшити, попадается нам ПАОК. Стадион ПАОК, скорее всего, здесь. Дальше ПСЖ: Данила Перейра, Марко Верратти и Витинья. Тоже вот золотые такие ребята. Дальше Ян Вилла, Масуарос. Вот. И Хамис Родригес из Олимпиакоса. Вот такие шикарные. И Джон Луиджи Донарума, Маркинеш и Серхио Рамос. Очень много вот таких вот золотых нам выпадает. Это прям очень радует. То есть мне казалось, вот этих-то больше будет как раз обычных. Ну, по типу вот таких. Но почему-то у меня тут очень много золотых. Может быть, повезло именно на вот этот бокс, что там очень много вот таких золотых наклеек. Так, форма, кстати, Атласа. Домашняя выездная. И игроки в мою сборную — это Педри и Кимих. Вот. Теперь уже и полузащитники пошли. Так, очередные здесь награды. Это Тьяго Сильва и Дуду. То есть Тьяго Сильва уже был вот в такой наклеечке. Он еще раз у нас здесь попадается. Но это не та. Это точно не повторка. Так, ну мы уже больше половины прошли. У нас осталось 22 пакетика. Поэтому давайте посмотрим, и сразу же я вижу, что это опять в мою команду года. Это два игрока из Сити: Фил Фоден и Кевин Де Бруйне. Вот такая вот замечательная наклеечка. Так, ну и стадион, клуб Эденшити, Ривер Плейт. Так, а вот это сразу повторка. Ее я точно запомнил. Джанлуиджи Донарума, Маркинеш и Рамос. Они мне уже вот попадались. Так, снова здесь логотипы старых чемпионатов мира. Первый — FIFA World Championship for Women Football, 91 год, я не знаю, ну, наверное, так назвали раньше чемпионат мира, в Китае прошел. И 95-й в Швеции. Вот, вот такая красота. Ну, мне кажется, такое тоже можно посмотреть. Это все-таки, так, еще раз. Женский чемпионат мира в Китае в 2007 и в Германии в 2011. Ну, вот это тоже вот очень интересно, люблю вот так вот немножко поностальгировать, посмотреть, как раньше выглядели логотипы тех же самых чемпионатов мира. Так, логотип Айнтрахта у нас попадается. Так, вот это серьезно, это талисман Манчестер Сити. Я первый раз его увидел, вот такой вот пучеглазый, прикольненький, мягенький. Вот, клуб Эденшити — это Брюгге. Такая вот красота. И игроки Ривер Плейта — Армани, Каско и Пауло Диас. Тоже вот золотая. Дальше, клуб Эденшити — Аякс. Вот, пустые нам здесь трибуны показали, ну, стадион очень красивый. Игроки Марселя — Санчес, Луис Суарес, не тот Луис Суарес, и Ундер, Чингис Ундер. Вот такие дела. Ну и дальше, кстати, таких тоже не было: Миньоле, Мечели и Денис Адои, игроки Брюгге. Тоже вот золотые. Логотип Марселя. Замечательная такая вот красота у нас. Так, и в команду года два голкипера: Менди и Ян Облак у нас попадаются. Так, форма Марселя. Вроде не было еще ее.
замечательно. А вот это, кстати, тоже уже не припомню. Куртуа, Алаба и Рюдигер. Мне кажется, что не было. Что-то мне так кажется. Так, логотип Ромы. Тоже вроде не было. Формы Челси. Тоже я не припомню. Но это, наверное, самое... Нет, я думаю, это первая самая наклейка. Это третья. Это вот такая вот золотая FIFA. Красотень. Так, а здесь нам показывают, наверное, кто будет участвовать на клубном чемпионате мира, который уже выиграл мадридский Реал. Здесь Аль-Хиляль и Монтерри. Вот. Мне кажется, что это действительно команды-участницы. Ну вот он как раз про мадридский Реал, который я уже раз завел речь, который выиграл клубный чемпионат мира, тоже здесь попадается. Так, форма Порту. Вот такая. Так, два игрока в мою сборную, это Куртуа и Ван Дейк. Вот Куртуа у меня, скорее всего, в основу станет, 100%. Дальше игроки из Шахтера, Трубин, Конопля и Матвиенко. Вот. Так, и опять три, ну тут они все, кстати, интересные наклейки. Три золотые, вот такие вот, Чукуэзе, Морено и Джексон из Вильяреала. И Алисон, Трент и Ван Дайк, а вроде как они уже попадались у меня, но в любом случае. Снова там форма, три наклейки золотые вот такие, одна, плюс к ним еще идет, это в команду года. Так, Ютгла, Скоф Ольсен и Сова из Брюгге, таких точно вроде не было. Вот золотая наклейка, форма Ромы. Домашний выездная вроде как тоже не было. Дальше Брайан Кристанте, Неманья Матич и Пеллегрини из Ромы как раз нам попадаются золотые. Фурч, Херрера и Куиннонес из Атласа. Такие вот замечательные наклеечки. Логотип Атлетика Мадрид на очереди у нас. Логотип Манчестера Юнайтед. Просто супер. И, ну, кстати, Аякс вроде как нам попадался, поэтому очередная. Ну вот повторов здесь, конечно, больше, потому что наклеек намного больше, чем в прошлые разы у нас были. Это я еще не видел, сколько у нас вот обычных игроков в повторках. Ну вот логотип Манчестер Сити. Так, Алан, Джайер и Зарачо, игроки Атлетика Минейра. И тоже золотые. Итак, финишная прямая. У нас осталось последних 5 пакетиков. Ну вот, все. Очень быстро это все у нас, конечно, дело прошло. Месси мы вроде так и не поймали. Поймали, конечно, Мбаппе. Поймали Бензему, но не Месси, к сожалению. И здесь снова, кстати, нам выпало 4 золотые наклейки. Хаверц, Жоржиньо, который уже в Арсенал перешел, и Лофтус Чик. Вот такая красота. Белтран, Боря и Салари из Ривер Плейта. Дальше Кевин Трап, Дика и Тута из Айнтрахта. Но пока что они вроде не повторялись у меня. И Гави, Педри и Серхи Бускетс. Это вот эта вот линия полузащиты Барселоны сейчас. Поэтому вот как-то так. Четвертый пакетик. Здесь, мне кажется, уже на финишной прямой будем мы немножечко так помедленнее все это обсуждать. И все 5 обычных вот игроков. Поэтому не зацикливаемся. Третий пакетик до конца. И здесь, и здесь, и здесь. Здесь у нас Челси. Что они выиграли? А, ну это прошлогодний вот как раз FIFA Club World Cup. Клубный чемпионат мира, Челси, победители, вот, пожалуйста. Предпоследний пакетик, предпоследний у нас здесь. И попались, конечно, игроки из ПСЖ, но это не те, которые мне нужны были. Дехе, Далот и Лиссандро Мартинес из МЮ попались нам. Дальше, Джонатан Клаус, Мбемба и Нуно Таварш из Марселя, тоже золотые. Дальше, болельщики Ромы. Стадион здесь, Ромы, такая замечательная красота. И Атлетика Минейро, у них вот такой петух, наверное, это все-таки талисман этой команды. Все, последний пакетик. К
который, ну вот нам форму Шахтера приносит. Потом болельщиков ПСЖ. И все, дальше все. Так, я сейчас даже не знаю, как вам просто это все показать. Ну, вот такая кучнина у нас получилась. Если мне сейчас покажу, оно все сыпется. Ну, вот, в общем-то, вот такая куча мала. Я не знаю, я бы в руки бы сейчас, конечно, ее взял. Как-нибудь, за что-нибудь здесь прихватиться. Вот, полностью вся. Вот такая вот куча вот уже посыпалась. Поэтому очень много наклеек. Ну, по сути, смотрите, 50 пакетиков, 50, в каждой по 5 наклеек. Это уже 250 всего в этой коллекции 486. Мы с вами вроде посмотрели там. Поэтому это практически уже закрывает пол журнала. Один вот этот бокс. Вот, понятно, что там много будет у нас сейчас повторок, но в любом случае это огромная часть, мне кажется, больше даже трети мы сейчас закроем, ну, не ровно там половину, ну, чуть-чуть поменьше, чем половину. Поэтому, друзья, обязательно заказывайте вот этот журнал FIFA 365, сейчас очищаем его, от наклеек FIFA 365 2023 года, ну, потому что, ну, это просто супер. Особенно, естественно, мне вот это вот понравилось, вот эта вот идея. Мне даже здесь Месси не попался, что уж говорить про обычную его наклейку. Поэтому ставьте лайки, друзья. Мне это очень будет важно, тем более это важно в моем сотрудничестве с Panini. То есть от этого будет зависеть, будут и дальше мне присылать новые коллекции. Поэтому если вам нравятся вот такие вот ролики на моем канале, обзоры, анпакинги, распаковки всех вот этих наклеек, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте покупать, конечно же, еще у Panini. Ссылочка есть в описании на все это дело. Ну и... скорее всего, если вы поддержите этот ролик, мы также купим отдельно уже просто этот бокс с 10 пакетиками. И также будем открывать их в шортсах. Поэтому, друзья, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы хотите увидеть еще на моем канале и как вам данный журнал. Ну, а с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем пока.